После периода карьеры в московском «Торпедо» Павел Сицко вернулся покорять белорусский чемпионат, и у него это неплохо получается. Очередной удачный перформанс у полузащитника Гомеля вышел в игре против Днепра. 24-летний футболист был самым активным в атаке гостей и внес весомый вклад в разгром соперника. Ну и вишенкой на торте футбола Сицко стал великолепно исполненный штрафной удар.